деревне. Угу. Даша сейчас в деревне. Сними мукбан, пожалуйста. Нет, мама, убери камеру. Твою мою. Выключи ее. Ну, говори, говори. Нет, мама, папа, знаешь, сама что сказал. Что папа сказал? Если что-то плохое, хорошее происходит, надо... Что ты все на эту камеру? Ну, вот такая жизнь у нас. Ну, ты же прикольно камеру не включаешь. Как это не включаешь? Когда он рассказывает про эту. Ты камеру выключила, и все. А кого про эту? Ну, про работу, если что-то. Все я снимаю, все я выкладываю. Есть вот этот банан? Да. А это яблоко? Да. Давай сделаем его, замучи смузи. Сейчас. Этот. Думаю насчет деревни. Угу. Какие-то они у тебя пересоленные, что ли? Да. Ну я пробую, у меня как бы и сладкое, и резко соленое. Да, я попробую, откушу. Чувствуешь, сладкое и резко соленое. Такое какое-то, да? Mm-hmm. Или у меня тот был дом, блин. Нормально вот. Все. Я думаю. Вкусные. Тихо. Можешь потом поблагодарить? Нет, конечно. Кабачковое суп-пюре. Очень вкусно, зря ты не ешь. Угу. Зачем тебе салфетка? Помой руки. Экран протереть. Ага. Ну, полотенце можно. Все. Все сделала. Не все, не убирай его. А мне... там же в другом делается. Как в другом? Ай, кипяток. Кто включил кипяток? Вот в этом же делается. Ага. Вот это и закрывается. Что ты там плюешь? Я не плюю. А что ты делаешь? Я не плюю. Тебе Влад приходил несколько раз. Сейчас уже мама не придет. Ну, конечно, уже время. Яблочко сейчас. Фигня какая-то, да? Почему фигня? Вот ты такой интересный жук у меня. Если ты видишь, что классное. Не, ну вот смотри, ты, видишь, фигня развод. Какая-то. Я вытирал? Нормально, ну, по крайней мере, лучше, чем было. Так, блендер. Открываем. Режем сюда яблочки. Сухой надо.
Видите, как я о телефоне забочусь? Еще ни одной трещины. Вот одна. Смотри. Она была, по-моему. Она была, да. Но тут, типа, плюс... Понюхай. Да. Чувствуешь? Да. Плюс то, что здесь защитное стекло. И если он даже разобьется в хламину, я вот буду, чтобы он вообще не нажимался. А потом раз, защитное стекло снял, одел, и все, и снова ходишь. И так 10 лет можно проходить. Так, теперь сюда бананчик и немножко йогурта. Вот прикол, мама. Берешь, мочишь чуть-чуть салфетку, потом берешь, протираешь вот так вот, чтобы были чуть-чуть разводы, потом берешь сухое, вообще насухо полотенце, угу. Вот так вот проводишь. Закрываем. Опа-на, и все. Смотри, смотри. Ставим. Да я, стой, 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 стой. На вторую. Не надо, еще замкнет. Достаточно. Это сюда. Сейчас это промоем. Классная получилась пюрешечка. Типа такой фруктовый йогурт получился. Так, я его потом помою, пусть он ест. Отсюда его прям. Сейчас я попробую. Это очень-очень вкусно. Это обалдительно. А как сладко? Это капец. Очень сладко. Все, сынок, можешь идти кушать. Я еще хотела туда сгущенки добавить, но хорошо, что я этого не сделала. Он прям очень вкусный. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии.